Ливийские повстанцы, как сообщает ряд информационных агентств, заняли в субботу стратегический город Аль-Ждаби. Этот населенный пункт находится в 160 километрах от Бенгази, оплота повстанцев. Спасибо, Саркози, говорят повстанцы, которые смогли войти в город после того, как французские и британские самолеты в течение минувших суток наносили авиаудары по силам Каддафи в районе Аль-Ждаби. Налетам подвергались военные объекты, включая артиллерийские позиции и бронетехнику. Тем временем ожесточенные сражения продолжаются в районе Мисурата. По последним данным, 3 мощных взрыва были слышны в городе Таджура, в 30 километрах от Триполи, где расположены военные базы. Город подвергается бомбардировке уже не первый день. Официальные власти говорят о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Проверить это практически невозможно. Накануне представители европейских стран, участвующих в военной операции, заявили, что передачу командования НАТО – дело ближайших дней. Руководство Альянса считает, что выполнение задач по обеспечению бесполетной зоны над Ливией может занять до 3 месяцев. Между тем, в Триполи сторонники Каддафи провели массовую манифестацию представительства ООН, требуя от западной коалиции прекратить авиаудары. Они благодарили страны, которые выступали против военной операции.